конечно, ребенком. Конечно, ребенком. Уж сколько мы пытаемся привить самостоятельность, насколько это возможно, но ощущение, конечно, по ее незащищенности. Это, конечно же, вся ответственность на нас, никак не на ней. Она ребенок, безусловно. Координация нарушена, мелкая моторика. Детский церебральный паралич и определенная форма этого паралича называется это тоническая статическая форма. Плюс еще поражение мозга, которое дает задержку развития. Я уже поняла, что это проблема, которая будет, так сказать, с этим надо жить всю жизнь, к этому, с этим надо смириться и пытаться как-то полноценно жить вот в этом режиме. Слава Богу, мы нашли этот центр. Турмалин замечательный. Я говорю, мне бы хотелось, чтобы она хоть как-то профессионально что-то где-то двигалась. Хотя бы иметь представление, что там делается, как там жизнь протекает. Как вообще там ребята, Димка. И... В общем, для нее это важно, конечно. И я бы хотела оставить турмалин обязательно. Хорошо бы, я мечтаю, пристроить Зою к работе хотя бы на полдня. А уж когда меня не будет, кто его знает, что будет. Судьба такая штука непредсказуемая.